загорелось. Так. Добрый вечер, дорогие друзья. Все, кто пришел, я вас приветствую в галерее Евразия, Евразийского художественного союза. И сегодня у нас финишная, как бы завершающая часть выставки «Эмоции». Я так понимаю, вы все в ней участвовали или какие-то друзья, наверное, пришли тоже участников? Друзья участников поддержали. Прекрасно. Благодарю всех, кто участвовал. Было много интересных работ. Здесь, в этой галерее, у нас не очень большие выставки проходят. Большие, конечно, проходят в других залах, центральных, в центре Москвы. А здесь мы вот такие вот промежуточные какие-то этапные работы, знакомимся с художниками, отбираем их большие проекты. И сегодня мы собрались, чтобы поздравить, кто пришел, и вручить дипломы участников и победителей этого небольшого фестиваля эмоций. Я сейчас буду объявлять, если кто есть, выходите, будем фотографироваться. Да, Лариса? А можно сначала зачитать состав жюри? Состав жюри, давай. Можно, да? Да, самое главное, я зачитаю, кто оценил ваши работы. Да, это очень важно. Чтобы было интересно, чтобы вы понимали. Иностранцев у нас нет в этот раз. Ну ничего, в общем, Ерохин Виктор Михайлович, это академик Российской академии художеств. Королькова Анастасия Андреевна, преподаватель Белевской ДШИ. Клеменова Ольга Константиновна, член Российской ассоциации искусствоведов. Жиляев Евгений Владимирович, руководитель секции фотографии Евразийского художественного союза. У него тоже очень проходит много выставок интересных. Яблочкова Надежда Александровна, директор МГУ ДО, детская художественная школа города Черногорска. Лескова Инна Александровна, искусствовед, доктор педагогических наук, доцент Союз художников России, Международная ассоциация изобразительных искусств, ну, много тут всего. Анпилова ГВА Анна Анатольевна, член Евразийского художественного союза, член Творческого союза художников России. Дробеленко Мария Витальевна, заместитель директора по учебно-центральной работе, педагог, организатор УГК «Столица». Андрушка Ирина Валентиновна, председатель ТМО ДШИ Ленинского города Московской области, директор ШИ. Начев Дмитрий Анатольевич, художник, педагог, искусствовед, член Санкт-Петербургского художника, Союз художников России, и тоже немного всяких регалий, все не буду зачитывать. Шашмурина Елена Михайловна, люблю открывать таланты, очень скромная, она себе так вот обычно называется. Донт Галиана Ильина, член Российской ассоциации искусствоведов, и Павленкова Ольга Борисовна, декан факультета искусств, рекламы и дизайна, кандидат педагогических наук, доцент. И Борников Сергей Валентинович, председатель правления Творческого союза художников. Так, все. Я здесь не все, Лариса, жюри, но ничего страшного. На самом деле было больше, я потому что помню, не все записали. Так, ну что, переходим к самому интересному, самому вкусному для участников. Кто сейчас нас здесь не присутствует, тот увидит по видеозаписи или сейчас идет прямая трансляция через Дмитрикс или через Zoom. Да. Значит, диплом участника вручается Филоновой Любови Ивановне. У нас диплом участника Кариб Жанянц Лолита Рафаэльевна. Тоже нету. Участник Мелкозерова Екатерина Николаевна. Едем дальше. Участник Порцевская Ирина Александровна. Не знаю, правильно фамилию назвал. Участник Усова Диана Витальевна. Холмерзаев Абдулла Абдукаримович. Мелкозерова Екатерина Николаевна. Это уже у нас пошли места. Третье место Холмерзаев Абдулла Абдукаримович. Тоже его нет. Третье место Ланчевский Виолин Георгий Сергеевич. Название конкурсной работы «Раздвоение». Выходим. Поздравляем. Георгий. Где работа? Где работа? Так вот она, вот она. Давайте за столбом. С другой стороны. Хорошо, не уходи, не уходи. Не волнуйся, разволновался. Это же ты. Да. Я даже не помню, какая работа. Подключение, да? Пожалуйста, проходите, садитесь. Также третье место Екатерина Вячеславовна Шукалова. Переходим ко вторым местам. Уже приближаемся. Петров Илья Георгиевич. К сожалению, нет, но у него вот эта вот интересная работа за мной находится.
Называется «На деревне расставание поют». Мне очень нравится, прикольно. Есть там козел такой. И расстаются, пускают. Второе место Николай Марченко. Тоже нету. Переходим к самым главным первым местам. Ланько Анастасия Владимировна. Бычкова Нина Александровна. Нет. Бывшего Анна. Первое место. Любимого Галина Ивановна. Так, Галина Ивановна. Название работы. Нежность. Познакомься с вами. Очень хорошая работа, да. Давайте вот дипломчик сначала получим. Сфотографируемся. Да. Поздравляем вас. Сейчас да, нежность. А, вот видим. Пастели, да? Он уже поставил. Прекрасная, очень чувствительная работа. Лариса ее оценила. Очень чувствительная. Все, можно, Лариса? Да, да, спасибо большое. Вам спасибо за участие. Так, Лариса, а то у нас Ирин куда делал диплом? Я не делал никуда. Отдала, что ли? Нет. Засуетился и... Мне нет. Почему? Так, где он? Участник здесь, диплом был, и уже раз нет. Так, стоп. Может быть. Это здесь сейчас одну секунду. Может, я же предлагала тебя сфотографировать с ними. Ничего страшного. Здесь лежал. Господи, сейчас подожди секундочку. Не это сам. Она не забрала точно. Ты не забирала это, да? Вот видишь, да? Подожди. Да. Самая первая пришла, и сейчас самая последняя уйдет. Диплом уже заиграли. Ничего, сейчас найдем. Лариса уже, да, заиграла. Прошу. Так. Ну и у нас вот участник еще один. Тачаева Ирина Александровна, ее работа называется «Скучаю по тебе». Вот, если можете ее посмотреть, вот эта девушка прекрасная. Да. Наши выставки. Поздравляем. Очень хорошо. Ждем на следующих вас, да, наших проектах. Проходите. Проходите. Фамилия как? А вы у нас кто? Филонова, кажется, была. Филонова, да, сейчас. Давай. Секундочку. Опаздывающие. Сейчас найдем. Филонова. Илону Любовь Ивановна. Название работы — «Релаксация чувств». Да. Так, Лариса, возьми телефончик, сфотографируйте кто-нибудь. Да, Любовь Ивановна. Я фотографирую сюда. Спасибо. Поздравляю. Да, все. Угу. Спасибо. Сейчас, секундочку. На меня повернитесь. Да. Угу. О, хорошо, очень хорошо. Угу. Спасибо. Спасибо. Спасибо за участие. Да, спасибо огромное. Еще кто-нибудь прибежит, интересно. Интересно, кто не прибежит. Вот и телефон запрыгнул. Это подожди. Я вот, ребята, вот здесь все молодые, наверное, активные, творческие. Я хочу сказать, что наша галерея открыта для любых проектов. Если у кого-то есть какие-то задумки, здесь можно их осуществить, воплотить в жизнь. Место нормальное, зал хороший, недалеко от метро, удобно. Так что, если будут какие-то идеи у кого-то, пожалуйста, также можно здесь делать персональные выставки в этой галерее. Желание. Вот Ира уже готова. Ну да, сейчас у нас выступишь, наверное, на Кузнецком мосту. В центре Москвы, да, в августе. 2 августа. Да, я хочу сказать, что 2 августа будет большая выставка «Катамания» называться. И она плавно перерастет в следующую выставку «Персомания». То есть у нас будет 2 выставки, посвященные сначала собакам. Вот, сначала кошкам, потом собакам, и мы их объединим все вместе. Вот таким образом. А теперь я попрошу всех вместе встать, да, и сфотографируемся все вместе. Да. Пожалуйста. Участников больше нет людей. Участники, пожалуйста, общий фон. Да, пожалуйста, участники. Смелее. Так. Если что, да, ребятам дайте, Ларисе. Да, все, есть. Ну что, поздравляю. И вас.
Все молодцы. Я благодарю всех, кто пришел, несмотря на погодные условия. Да, погодные условия крутые. Погода в этом году радует. Снег, солнце, дождь, все есть. Кондиционер. Все, что хотим, да. Да, кондиционера нет. Кондиционера нет. Погода не работает. Ну все, спасибо вам большое. Еще Света, моя сестра. У нее тоже должна быть работа на здесь распечатанная, да. Хотите посмотреть? Поможете мне мою сестру, пожалуйста? А, да, да, да. Нужно обязательно. Я тоже думаю, даже нет, ничего. Ты сука, блядь. Присылайте им фотографию, блядь. Да, и цену уже могут повышать. А я могу писать. Рисуйте еще. Еще больше приятно. Как для чего? Мы же все творцы здесь в этом мире. Жарить можно. Так, все, разбежались. Девочки, жду на выставке. Да, можно сейчас сделать. Сейчас я помогу вам снять. Картина снять сейчас. Выставка, чтобы выставить. А то же, ладно, выставка.